И всем привет, друзья, с вами X-School. Сегодня мы будем, знаете, что делать? Мы будем взрывать динамиты. What the fuck? Да-да! Ребята, в этом видео будет очень жестко лагать, так что я вам не советую это повторять, просто мне купили недавно новый телефон, так что я вот тестирую ради вас, так что я вам говорю, не повторяйте это. Так что, ну что ж, давайте уже начнем, ребята. Берем, конечно же, сперва кидающие гранаты и кидаем гранату. Интересно, какой взрыв будет? Ну-ка. Бам. Ребята, тут вообще ничего нету. Странно, какой-то фейковая граната была вообще. Так, что у нас идет? Генерик бомб. Ну ладно, кидаем. Так, интересно, что будет дальше? Бам. Смотрите, ребята, это помощнее взрываться, чем обычный динамит. Ну, наверное. Ну, чуть-чуть. Так, дальше у нас идет молотов. А, коктейль молотова. Ну, я знаю, как взрывается. Просто немножко оставляет взрыв и огонь, конечно же. Да-да! Дальше у нас идет другой динамит. Интересно, как он взрывается? Смотри. Это дымка. Ну, кстати, нормальная дымка. Дальше у нас какой-то идет динамит. Так, о! Ой, меня даже засосало! Вот это да, ребята! Вот это мощный, это как его, граната или динамит? Ну, без разницы, короче. Так, дальше у нас смоук граната. Так, давайте же вблизи так встанем и посмотрим, как он действует. Блин, ой, меня даже ослепило. Вот это да, ребята! Дальше у нас идут тротилы. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила.